Как долго ты был заражен? 4 года. Когда вспыхнула эпидемия, начался хаос. Но тут появились слухи о вакцине. У тебя есть тяга к насилию? Назад! Ты один из исцеленных? Да. Ты снова заболеешь? Слухи о том, что не то, где сохранилось, они больше уже не видят. Ты это чувствуешь до сих пор? Конечно, аж кричать хочется. Мы убеждаем себя, что мы в безопасности. Что они не виноваты. Но они безумные чудовища. Я больше к ним не принадлежу. Но из-за тебя они в опасности.